Виктор Степанович, здравствуйте. Здравствуйте. С прошедшими праздниками и наступающими. И вас также. Виктор Степанович, какие результаты? К сожалению, начать легко войну, а закончить нет. Колоссальные усилия потребуются. Колоссальные. И сегодня весь мир в напряжении и в ожидании того, чтобы найти решение, как остановить этот процесс. Ибо гибнут люди, разрушается страна, горе, слезы, потери. Нет, здесь легких решений нет. А затем уже продолжить эту работу. Мы вышли на понимание этой проблемы в полном смысле слова. Наметили действия, и мы со своей стороны, и руководство Соединенных Штатов со своей стороны. Сегодня президент вылетает в Европу, будет вместе с госсекретарем. Они будут проводить встречи. Спасибо большое, Владимир. Спасибо.